Доброе утро. У нас уже новый день. Мы собираемся на завтрак сейчас около 9-10. Все, Алина, в туалет, когда я там. Вот. Сейчас покажем, что мы возьмем на завтраке. Да, это птица шведский стол. Мы забыли заснять завтрак. Я уже одета в купальник. Я взяла камеру, хотела заснять завтрак, я просто забыла. Она у меня просто такая в руке лежит, и я забыла заснять завтрак. Но завтрак был очень крутой, очень прикольный, и я вам его засниму завтра. А сейчас мы собираемся на пляж. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore.
снимаю ногу эту. Короче, мы уже пришли с бассейна, переоделись, сходили в душ. Вот, и сейчас мы пойдем... Когда никто не ходит кушать. Куда идешь? Не сходишь кушать? Куда ты? Что-то новое увидел? Дверь? Офигеть. Канал проверил. Как у кого дела? Читаю книгу. Страху. Так, ну что, мы уже пришли в столовую. Она вот такая вот красивая. Спасибо. Вот, но мы сегодня завтракали на улице. Вот картина. Отлично. Сейчас скоро принесут еду. Ну, вот тут напитки. Вон там кофемашина с молоком горячим, шоколадом. И вот эти два первых стола сдвигали. И там, ну, шведский стол был. Но я вам попробую завтра заснять. Принесли покушать, мне принесли пасту с курицей. Маме вот такое прекрасное рагу. Ну, курицу с овощами. Артемису. Артемису. И вот фокаччо еще. Всем приятного аппетита. Привет, привет. Всем привет, мы идем на мой салчак. Все, ну, да, да. Все, что ты хотел сказать, да? А, все, да. Так, вот наше все семейство. Семейство наше здесь. Пап, расскажи, куда ты катался на велосипеде? Я забирался на гору Алчак. Да, ну как? Плохо. Упал. Пап потом себе коленку разбил. А сколько метров эта гора была? 158. О-о-о! 158 это ерунда. Метров. Это ерунда. Вон видите, она, сколько гора, людей. Глядите, сколько там ползает вообще. 110 муравьишки. Там человек 10, наверное. Кстати, здесь там машины стоят. Что они там делают? А мы сейчас будем забираться на мыс Алчак. Ну, то есть не на саму гору, а на мыс. У меня даже вот так живот здесь загорело. Она идет до придурного эра, раз ее не видно. Она идет до придурного эра, раз ее не видно. Мы туда хотим дойти. Темно. Забраться вот по такой тропе, то есть надо карабкаться по скалам. Там она идет, потом раз. Камера, короче, шок. Вот такой вот, где-то градус 40. Здесь очень красиво. Это что такое? Люди поднимаются, причем, а обратно боятся. Ребята, ну, мы уже пришли домой, искупались, сходили в душ. И мы, наверное, будем с вами прощаться, да, Артем? Нет. Нет? Я так люблю ощущения. Всем спокойной ночи. Это Артем Минзык, на котором он желает спокойной ночи вам. Пока-пока.